Добрый вечер, дорогие зрители. Сегодня у нас интересная программа. Называется «Как управлять временем в условиях квантового перехода». Беседуем сегодня с Еленой Порецкой, медиумом, футурологом, гадалкой, славянской шаманкой. Добрый вечер, Елена. Привет, Маргарита. Всем привет. У нас в условиях квантового перехода очень многие говорят, что время ускорилось, мы ничего не успеваем, все пролетает быстро. Я это замечаю и по своему окружению, и по себе. Что ты можешь рассказать на эту тему? Ну, я скажу, что тема очень серьезная на самом деле, да, как бы. Мы все находимся в состоянии какого-то движения. Это не только, допустим, один человек. Там, правильно ты, Маргарит, сказала, что это значит какое-то количество людей, да, находится в этом состоянии. Например, если вы замечали, что когда вы в определенном состоянии, у вас время бежит то быстро, то медленно, да, как бы. И зависит это не от того, что вокруг вас, да, а от того, насколько вы что-то замедляете в своей жизни или убыстряете. Соответственно, ваше состояние сознания также влияет на общественное мнение. И здесь существует фактор, что мы сами для себя машины времени. То есть мы где-то можем быть в будущем, где-то в прошлом. Как бы неграмотные, опять же, наши мысли и визуализации могут формировать вашу реальность не так, как вам хочется. То есть это очень важно грамотно мыслить сейчас, да. И, соответственно, с учетом всеобщего как бы квантового перехода убыстряется процесс движения как бы всех событийных моментов. То есть, ну, сейчас вот считайте, смотрите, как быстро пролетели праздники. Сейчас уже 6-е, да, там был недавно только 31-е, 1-е, все готовили оливье, да. Здесь произошел быстрый скачок, и я не уверена, что вы сейчас помните, как вы провели свои праздники, потому что вы уже сегодня живете, то есть вы уже прошлое сбросили. К сожалению, сегодняшнее состояние землян, назовем нас всех так, мы очень быстро сбрасываем прошлое, живем только настоящим, очень многие как бы на уровне своих тарелок, и каждый из людей мыслит категории своей какой-то обеспеченности, благосостояния или своих проблем, или своих непроблем, или своего здоровья, или своего нездоровья. Как бы всех интересуют только они сами, какую-то часть населения, да, интересуют политические позиции, да, там. Вот. В основе своей такого у массового народа нет. И в итоге мы все как бы сами для себя машина времени. То есть если вы замечали, что люди, которые не смотрят телевизор, да, не контролируют, живут как, каким-то своим ритмом, да, не слушают, что происходит в городе, в селе, в поселке, в стране, в мире, то таких людей сейчас становится больше. То есть люди как бы живут в чем-то своем, своим каким-то направлением, своей какой-то жизнью, и им абсолютно неинтересно знать, что происходит там. И у них выстраивается свой ритм жизни, свои материализации, которые не стыкуются с общественными, кстати, да. То есть, допустим, если представить, что существуют закрытые поселения, где нет даже интернета, да, то там вообще более спокойный ритм жизни. То есть у нас получается, что чем больше мы проглатываем новостей, чем больше мы участвуем в каких-то событиях, каких-то движениях там политических и иных там, или, допустим, на уровне городских каких-то событий, да, там, то практически все это от праздника к празднику все дружно скачут к следующему году, да, и в итоге как бы оглянулись, а что вы сделали, да, то есть вот это состояние ускорения времени, оно сейчас очень явно стало, да, Маргарит? Есть такая фраза, когда очень часто в нее произносим, нет времени. Мне кажется, она какая-то деструктивная. Да, кстати, да, я думала об этом. Существуют такие стоп-слова, их можно назвать. И я по себе это, кстати, заметила, когда я себе там говорила, вот на это нет времени, на то нет времени. И потом я остановила себя и сказала, стоп, как нет времени, просто я должна выбрать это время для этого направление для этого дела. То есть фразу «нет времени» нельзя говорить, потому что получается, что у вас складывается цепь событий, что вам
А если вы сказали для какого-то дела, для какого-то человека, для чего-либо, да, кого-либо, что у вас нет времени, то у вас и не будет времени для этого. То есть абсолютно вы этим, этой фразой себе обрубили полностью значимость, допустим, процесса общения с кем-то или, допустим, дел каких-то, какое-то направление, да. То есть здесь очень важно понять, что этой фразы не должно быть. Можно по-другому сказать, допустим, да, что нету сейчас просто... Я обязательно выберу время для вот этого направления. То есть, к сожалению, как бы мы в ритме движения забываем о том, что стоп-слова, они работают. И если, допустим, рядом с больным человеком находится человек, который постоянно думает только о плохом и желает смерти, даже сам того не осознавая, потому что так ему, допустим, будет легче, то, да, у такого человека больного могут быть проблемы. То есть, опять же, вступают стоп-слова, которые человек проговаривает про себя в адрес этого больного, допустим, человека. То есть, если врач фаталист и около больного каким-то заболеванием он будет проходить и думать, что тот умрет, так как человек находится в рамках сознания этого врача, то так может произойти, если только этого человека не вытаскивает кто-то из родственников, более сильный по объему сознания. Здесь существует принцип, что сейчас пришло время, да, как бы следить за словами, потому что мы как бы руническая вязь, которую мы видим в новостных каналах и так далее, она по сути совершенно агрессивна. И когда вы включаете телевизор, на вас аншлагом идет, грубо говоря, дикий выверт новостей, что все плохо. Если так посмотреть, ну, многие каналы всех стран, то, соответственно, мы можем предположить, что мир катится в какую-то пропасть. Хотя на всем этом фоне всегда есть позитивные моменты, и их тоже надо бы освещать. То есть само движение в среде как бы дает именно слова, информационная вязь. И если, допустим, люди, которые живут в своем ритме времени, назовем это так, будут получать информацию более спокойную, то и их временной промежуток будет увеличиваться за счет того, что не будет этого нагона и подгона информационного, торопячки вот этой. То есть как бы на самом деле невозможно жить в городе размеренным образом жизни, если ты деловой человек, я согласна, но важно периодически останавливаться и собирать себя, как бы анализируя прошлое, там какие-то события, там вести, может быть, какие-то записи. Естественно, мы понимаем, что публичные люди, вот как я, мы ведем записи, соответственно, не совсем все показывает, естественно, да, но вы можете для себя что-то записывать, если у вас, опять же, найдется для этого время. То есть вы должны понимать, что найти время для того или иного человека, события, квартиры, дома и прочее, там для близких, для друзей просто. Это важно, потому что это вас как бы немножечко останавливает от вашего бега, да, который вы сами себе, ну, создали. Еще очень важный фактор. Допустим, если вы живете в режиме ожидания чего-либо или кого-либо, то автоматически вы тормозите процесс своей жизни. Наверное, вы замечали, когда ты долго ждешь чего-то, то оно долго тянется и приходит не так качественно, как хотелось бы. То есть тут существуют принципы, которые я даю на сеансах, да, они рабочие, и в какой-то момент времени надо с этим работать грамотно, потому что если будете постоянно чего-то ждать и не получать реализации материальной, ну, как бы материализации, да, то у вас получится, что вы будете не верить уже как бы в перспективу своей жизни, и вы будете, не вы будете выстраивать свою жизнь, а кто-то вам. Маргарит? Ну, насколько я знаю, сейчас такое время, что не только слова нужно контролировать, но и мысли. Мысли материализуются, мне кажется, очень быстро, испытанно на себе и на других, поэтому есть такая фраза «подумайте, прежде чем подумать». А уж про слова. Слова – это энергия, которая может или убить, или оживить. Поэтому больным людям всегда нужно
нести позитив и говорить, что ты здоров, абсолютно здоров. С каждым днем тебе становится все лучше и лучше. Как показали опыты в больницах, эти фразы реально людей вытаскивают с тяжелых ситуаций. Поэтому про время, время в данном случае, наверное, тоже играет определенную роль. Ну, время, да, ведь когда человек, допустим, выходит в астрал, он попадает в безвремени. В астрале времени нету. И там то, что может проходить, там вы можете в астрале, допустим, целую эпоху прокрутить, да, событийности какой-то, а вернуться в исходную точку, в свое тело, и там это будет, ну, секундное состояние, да, минутное. А другое дело, запомните ли вы объем информации, полученный таким образом, потому что тип памяти у каждого разный. Вот, и здесь тоже очень важно понимать, что бывает, что в такие состояния астрального типа, да, попадают в реальности люди, которые живут без времени. Кстати, если представить себе, допустим, люди вышли на пенсию, это всегда тоже вот как-то меня волновал вопрос, что люди, которые пристегнуты к какому-то рабочему процессу, они живут вот как бы, да, сначала школа, потом там институт. Как бы с одной стороны люди чем-то недовольны, ходя в школу, но они как бы пристегнуты к какому-то процессу. Допустим, если люди не ходят в школу, там у них какой-то другой ритм жизни, да, они, допустим, изучают все это больше онлайн, ну, как мы попали в самоизоляцию, кстати, вы помните, да, то все оказались в состоянии безвремени, потому что неважно было, когда вставать, потому что не надо никуда идти, нельзя никуда идти, да, не надо, как бы, если вставать, то зачем? Терялся смысл жизни, потому что человек – существо социальное, и когда не было общения с себе подобными, люди начали, так скажем, звереть. Чаще стали разговаривать по телефону, то есть люди звонят или звонят, да, а не пишут больше. И сейчас до сих пор это, кстати, осталось. Очень многие просто хотят позвонить, поговорить. Вот. И в какой-то момент времени получается такая история, значит, что попадая в такие вот предметные в реальности безвременные рамки, да, человек начинает теряться. То есть если у самого человека не выстроено как-то направление развития своей души, своего потенциала, то есть если нет какого-то распорядка, то человек начинает теряться, для чего он живет. И я даже больше вам скажу, что сейчас очень сильное разделение на онлайн-жизнь и офлайн. То есть практически, так как все-таки мы меньше встречаемся офлайн, потому что ходит такой ковид, как это сказать, по миру, да, ковид бродит по Европе, по миру, вот, ковид, ну, не коммунизма, но непонятно чего, да, кстати, вот, но с другой стороны получается, да, что все равно некое разделение присутствует, и если вы обратили внимание, как ни странно, там, где еще это возможно, где нет локдауна, люди с удовольствием сидят в кафе, несмотря ни на какие там запреты, то есть потому что, в принципе, как бы все, ну, понимают ответственность, но у кого-то есть какие-то профилактические меры, кто-то уже переболел, то есть вот, но все равно все с удовольствием как-то стараются общаться, да, забывая о вот этом состоянии. То есть когда мы общаемся с кем-то, мы себя как бы, мы уходим в движение, то есть движение, которое позволяет нам материализовывать то, что мы до этого визуализировали. То есть когда мы делаем какие-то действия, то есть обычно нужно и важно очень, то есть находиться, проживать каждый момент очень удачно, да, своей жизни, потому что, ну, как бы это сегодня, он этот момент так повторился, завтра он может по-другому повториться. То есть все мы понимаем, что как бы нужно всегда ощущать себя именно в настоящем моменте, отпуская то, что вы хотите, куда-нибудь, да, на на материализацию, но при этом должно быть какое-то действие. То есть время сбывшегося чего-то у вас происходит благодаря тому, то есть если это быстро происходит, благодаря тому, что вы, как говорится, не последили за своей мыслью, да, вы подумали, оно у вас материализовалось, потому что вы бежите куда-то, и в вашей голове он шлак мыслей, который просто потом сбывается. Это хорошо, если у вас настроена
как говорится, настрой есть на то, чтобы сбывались позитивные мысли. Вот. Но что делать с негативом в голове, который часто бывает у всех в очень большом количестве, да? Вот. Очень сильно мешает, конечно, зависть, я вам скажу, да, зависть, как бы, когда люди сидят на своих задницах и ничего не делают, не создают, они начинают автоматом завидовать чужой жизни, там, читая чьи-то посты удачных людей, да, там, читая, смотря где они посещали кафе, рестораны и прочее, а люди начинают завидовать деньгам, там, известности, славе, возможностям, и в итоге эта зависть, она пробивает, конечно, тех, кому они завидуют, но в большей степени она пробивает обратно тех, кто завидует. То есть любые какие-то военные действия в адрес какого-то успешного человека в итоге потом боком кармически ложатся тем, кто это делает, потому что достаточно слону не заметить дробинки, и сами понимаете, что может быть, да, как бы, вот. Поэтому в какой-то момент времени я вот так вот скажу, Маргарит. Вот как ты думаешь, почему, когда человек чего-то ждет, например, всем, наверное, близко эта ситуация, в поликлинике ты сидишь в очереди, и очередь двигается очень и очень медленно, доводя до некоторых, до скандалов и всего остального, до конфликтов. А если ты куда-то опаздываешь, то время бежит гораздо быстрее. А с чем это связано? Ну, потому что, опять же, включается режим ожидания. То есть, смотри, если, допустим, человек сидит где-то в очереди, ждет чего? Чего человек ждет? Результата, да? Вот. То есть, если человек ждет результата, а его нет, то в итоге на выходе он получает, ну, как бы, вот эту затянутость, да, такую, затянутость временем. Вот, то есть в какой-то момент времени, когда вы находитесь в какой-то очереди, вам надо параллельно вот как раз тут думать о своих каких-то делах, соответственно, да, может быть, почитать книгу какую-то, то есть пообщаться с девчонками, пацанами, да, кто в очереди тоже тусуется. Ну, то есть вам нужно просто какую-то активность там проявить для самого себя, то есть не зацикливаясь на процессе очереди. Если вы зациклились на процессе ожидания, вас все будет раздражать, будет конфликтная ситуация и прочее. Как бы вы сами делаете для себя, как это сказать, негативное восприятие этой очереди, и энергия ожидания вот этого, что вы ждете, она тормозит хороший результат от прохода, допустим, туда, куда вы устремились, от результата получения чего-либо, когда вы стоите в этой очереди. Если вы, опять же, живете все-таки здесь сейчас, то у вас есть возможность всегда разрулить эти ситуационные моменты очень быстро. Может так сложиться, что очередь быстро рассосется, если вы не будете на ней концентрироваться. Ваша концентрация на негативе формирует вашу реальность. Ваша концентрация на позитиве формирует вашу реальность. И если, допустим, кто-то там что-то, ну, допустим, вот у меня есть комментаторы такие нехорошие в каких-то группах, там, ну, может быть, пару-тройку человек негативных, остальные уже отвалились, вот, но в любом случае, как бы, да, я просто сейчас не обращаю на них внимания, у меня есть свои методы воздействия, они разные, соответственно, но при этом, первое, вы не обращаете на этих людей внимания вообще, то есть для вас эти люди уже умерли, то есть все, посчитайте так, то есть то, что они в вашу сторону там плюют, это пусть останется с ними, это больные люди, да, и в любом случае, как бы, их зависть будет жрать их самих, то есть достаточно вам сигнорировать это, правильно расставить акценты внутри себя, и правильно отвечать в этих ситуациях людям, да, соответственно, используя, например, мою методику боевую, да, и все, у этих людей будут какие-то минусы, которые потом всплывут, и их просто выведет туда, что они вам пишут, в то русло, куда они вам пишут. То есть та же самая машина времени. Вы как бы формируете свою реальность сами. Больше обращают внимание на позитив, потому что нынешнее ковидное состояние, оно больше как бы забирает именно людей, которые на низкочастотных вибрациях. То есть низкая частота – это, может быть, даже вот как сегодня Кверенко мне сказала, 60 или 90 там
не знаю, чего я сейчас не скажу, чего. Скажи мне, чем, Маргарита, в чем измеряются вот эти низкие частоты, герц, по-моему, да? Да, измеряется в герцах. Низкая частота. У нас, насколько я знаю, страх – это 20 герц. Ну, в данном случае вот она измеряла, да, она измеряла вот это состояние ковидной инфекции. Она сказала, что сейчас он 90. Вот, как бы до этого он был там 120 что-то. Вот такой разговор был у нас сегодня. И, в принципе, я с ней согласна, потому что это говорит о мутации ковида, о том, что та часть населения, которая переболела, не заметив, по сути, да, там, или, допустим, еще не переболела, но как бы все равно в перспективе может переболеть, то есть следующие люди, кто не переболел, они могут зацепить этот ковид уже в более измененном состоянии, когда, допустим, низкая частота этого ковида уже будет там не 90, а 60, да, и это уже, в принципе, частота того же гриппа обычного, да, и, соответственно, будет изобретено лекарство еще одно, которое будет выводить этот ковид из организма человека, потому что основа выздоровления, прежде всего, вывод ковида из организма, потому что если он остается, все равно потом может быть повторение сюжета и неизвестны последствия на остальные, как говорится, структуры тела человека, там, кровеносную, лимфосистему и прочее. То есть у всех есть слабые места, и ковид бьет по слабым местам. А вот там, где вы больше сконцентрированы на низкой частоте своего здоровья. Вот, поэтому я призываю, конечно, всех быть на более высоких вибрациях. Чем вы больше, как бы, более позитивны внутри себя, это не просто надо ходить с радостной улыбкой там и, ну, внутри при этом иметь негатив, да, нет, это нужно полностью иметь определенную систему, в которой вы более высокие вибрации все-таки улавливаете, да, ну и, конечно, не советую смотреть новости в том объеме, в котором любят это делать пожилые люди, потому что некоторые не умеют пользоваться интернетом, и, соответственно, они не могут выбрать себе информацию. Они смотрят вот эти шоу ужасные, где, по сути, на очень низком уровне вибраций разбираются бытовые ситуации между людьми, понимаешь, да? И вот этот вот ужас, да, как бы, когда люди сталкиваются с такой прозаичностью картины жизни, там кто-то кого-то чего-то сделал, и, соответственно, возникает у людей эта информация, начинает что делать? Забирать их время. То есть, опять же, когда вы смотрите какие-то передачи, вы помните, что эти передачи могут забирать у вас время. Когда вы смотрите фильмы какие-то, то же самое. Поэтому вам нужно, естественно, понимать, что вы должны выбирать ту передачу или те информационные потоки, которые вам повышают вибрации. Допустим, наши передачи на радио Сангейтс, они повышают вибрации, частоту вибрационную. И у вас даже при просмотре этого ролика или другого, вот я всех заряжаю на позитив, начнется более позитивное состояние. То есть как бы вы будете... Слово «как бы», да, это связка, опять же, повторю для тех, кто любит меня подначить под это. Вот, то есть у вас получится просто как бы очищение некое, то есть вы сами будете понимать, что вас как бы выдергивают из некого болота, да, вот это состояние депрессухи, раздражения, усталости, да, там, после праздничной. Кстати, Рождество у нас на носу, поздравляю всех православных. И по славянскому календарю у нас... тоже праздник, вообще как бы, да, это водосвятие, значит, Турицы зимние, это как бы идет, в принципе, переход к водокресту, 19 января будет водокрест у нас, да. Этот праздник у нас у славян посвящен богине Дании и Туру, сыну Велеса и Макши, покровителю игрищ, веселья, гадания, пляса, буйности и страсти. Маргарит. А как встречать эти праздники, как их отмечать? Ну, у нас, в принципе, как бы все отмечают праздники стандартно. А славяне как бы собираются в какие-то свои тусовки. По сути, как бы на капище собираются. Но я как бы на капище не выезжаю по определенным причинам. Я камлаю дома, как бы в мастерской. В офис тоже пока бубен я не вывозила, у меня нету чехла еще. Вот, как бы, ну, это какие-то праздники, там, игрища, какие-то встречи, костерок обязательно, там, естественно, без спиртного, там, допустим. То есть какие-то смешанные уже традиции сейчас идут, поэтому тут уж кто во что гораст, кто как это отмечает. Ну, естественно, гадание.
сейчас символичные как бы дни. И, в принципе, если взять Рождество, то, что рождение как бы Бога, да, это тоже важно по той причине, что в какой-то момент времени мы, получается, получаем новое, рождение чего-то нового, да, важно очень. То есть это как бы день тоже значимый и не для православных, это просто действительно день рождения, да, назовем это так, позитивно так, божественной сути, да. Вот, по православному календарю. Ну, по-нашему это вот такое. Насчет гаданий я расскажу, да, насчет гаданий. Это тоже как бы, между прочим, когда я работаю с людьми и с собой тоже, я обратила внимание, что при снятии негатива, при проведении определенных позиций у людей как бы иногда убыстряется процесс их жизнедеятельности, то есть временной промежуток становится больше, быстрее как бы. Вот, и в какой-то момент времени мы, я даже по себе знаю, что цепь событий как бы увеличивается, цепь событий увеличивается, начинают происходить те моменты, которые я предсказывала, и начинается движение. То есть если, допустим, вы идете в каком-то своем движении поточном, да, то есть у вас есть какая-то своя жизнь, и вдруг начинается препятствие, то вы должны понять, что значит есть какой-то негатив. Рассматривая это препятствие, там бывает, что бьют по вам, по вашим близким. Соответственно, любые пробои по близкому кругу – это препятствие для вашей жизнедеятельности дальше. Вы должны это помнить. Соответственно, я всегда, как это сказать, делаю упор на снятие негатива из близкого круга тоже. То есть если я разговариваю с человеком, независимо от того, что я, допустим, могу даже и не думать о его близких, автоматически через человека я работаю со всей семьей, даже если на сеанс не приносят фотографии. Вот. Но если это, допустим, в кафе или в ресторанах, где я иногда тоже такую практику делаю, то я это могу делать для каких-то знакомых, близких. Бывает, просто люди подходят, спрашивают что-то, да, зная меня. И да, я могу отвечать на вопросы как бы без фанатизма, там не так много времени, но все равно я это делаю. То есть я это делаю, как бы тратя свое время для того, чтобы человек в своей жизни тоже понял что-то важное для себя. Как бы для меня это элемент благотворительности, как и те посты, где я заряжаю на позитив какое-то количество людей, даря им ту аббревиатуру слов и руническую вязь позитивных слов, которая будет вас формировать на позитив, на удачу и прочее хорошее в вашей жизни, да. То есть у вас как бы формируется линейка, по которой вы уже понимаете, что вы не безразличны кому-то, кто-то о вас заботится, и вы идете дальше, у вас эта теплота сохраняется. Это очень важно, потому что в сегодняшнем мире мы оказались в ситуации, где никто никому не нужен. По сути, и близкие люди тоже как бы не всегда созвучны друг другу, и в итоге люди получаются одиноки, понимаете, да, особенно, кстати, пенсионеры, потому что как бы если люди не развиваются в пенсионном возрасте, то они сталкиваются потом с ситуацией, где у них наступает день сурка, понимаете, да, кстати, о дне сурка. Маргарит? Ну, есть еще вопрос, кстати, у нас Ольга Шухарт спрашивает, можно про староверов, челдонов поговорить с Еленой? Спасибо заранее. Но вы знаете, насчет староверов, если взять религию христианскую, да, то есть староверы. Кстати, у нас в Егорьевском, по-моему, районе поселение очень крупное староверов присутствует. Вот, кстати, если взять их жизнь, то она у них более упорядочена, более комфортна. То есть они живут в какой-то своей, ну, как это сказать, в своем каком-то состоянии, спокойном, то есть, когда вот, ну, я там как бы ни разу не была, но ощущения вам сейчас рассказываю, да, когда попадаешь в такие вот поселения, присутствует ощущение, когда время остановилось, то есть ты как бы живешь в состоянии чего-то, какого-то потока времени, но оно течет медленно. При этом оно все равно быстро течет там, где дела какие-то делаются, там, если это фермерские хозяйства и прочее, да. Вот. По сути, как бы эта вера более, может быть, даже не такая пафосная, но более, может быть, гармоничная, чем обычные католические православные какие-то практики, потому что
А все зависит от тех, кто соблюдает установки и каноны в вере какой-либо. То есть если взять наше родноверие, то, в принципе, как бы у нас еще не установлены какие-то каноны, хотя уже что-то есть и что-то сдвигается. Но такой обязаловки там нету. И, соответственно, нас пытаются тоже как бы чмурить. Соответственно, кстати, тоже всех предупреждаю, что это попадает под статью 282 УК РФ, любые вот эти трения на религиозной почве. Вот, поэтому не стоит наезжать на кого-либо по религиозным или мировоззреченским соображениям. Вот. Ну, на самом деле, смотря к какой вере вы хотите прислониться, то есть если вас устраивает распорядок жизни староверов, пожалуйста, выбирайте себе эту стезю и живите по тем принципам. Мне, например, интересно то, что мне интересно, Маргарите то, что ей интересно, ну и, соответственно, всем остальным тоже. Поэтому у нас разносторонние как бы сейчас позиции, и в этом есть и плюс, и великий минус, да, потому что люди разрознены по мировоззрениям, нету общей идеологии какой-то. И да, может быть, можно сказать, что у нас в России идеология может быть патриотизм, именно любовь к стране, как бы несмотря ни на что. В принципе, это основа, как говорится, да, одна из основ идеи жития в какой-либо, ну, земле, да, на какой-либо земле. Маргарита? Если вернуться к нашей теме про время... Я читала как-то, у меня даже где-то сохранено, есть определенные слова-пароли, среди которых есть фразы, которые могут ускорить процесс или замедлить. Ты знаешь об этом? Ну, я знаю, да, но я, например, как бы считаю, что да, есть как общепринятые такие слова, да? И, допустим, если фраза «нет времени», она тормозит практически вашу жизнь, потому что у вас становится нет времени ни на что, как ни странно, кстати, то здесь нужно просто говорить все другие фразы. А вообще приставка «не», да, она как бы обнуляет немножко результат, то есть надо с умом ее везде ставить, соответственно. И есть такие стоп-слова, которые формируют не очень хорошо реальность людей. И прежде всего это, ну, какие-то негативные высказывания, да, как мы уже говорили выше. То есть чем больше человек или люди, допустим, находятся в низкочастотных вибрациях каких-то низкочастотных эмоций, негатива, там, алкоголя галимого, да, жесткого такого и прочих вещей, тем больше они как бы обнуляют себя на самом деле, и их время течет медленно, но при этом они не живут. Есть, кстати, такой вид проклятий, когда я снимала с людей вот сколько раз, когда людям делают порчу, и человек как будто живет и не живет, как бы. Это страшно на самом деле. Человек попадает в некое безвремя в своем сознании, и тут уже сделаны такие стоп-слова через ритуальные практики, что вот когда я это снимаю, у человека вдруг начинается активность жизненная. То есть вот это на самом деле существует и присутствует, вот, и мы, конечно, живя в общепринятых мерках и общаясь на общепринятом языке, иной раз забираем, соответственно, эти слова и говорим их не всегда думая, да, как бы, если почитать комментарии в некоторых группах, да, там, особенно ВКонтакте, который токсичен по сути, ну, даже против власти, я считаю, да, то здесь мы можем столкнуться с тем, что там сплошные стоп-слова у многих людей. То есть люди выходят там слить негатив. И в итоге, как бы потом, когда у них происходит возвратный удар, а через какое-то время у кого-то сразу, у кого-то не сразу, то люди получают это по жизни, и они не понимают, ну, как бы с чего это у них. Всего лишь потому, что кто-то прочитал и подумал в их сторону негативно на их высказывания. И, соответственно, при съеме этого негатива у таких комментаторов возникают проблемы. А бывает, что съем негатива делается автоматически самими людьми, кто не хочет, допустим, общаться с этими людьми или общается, но против них думает плохое, разворачиваем это по плохое обратно. То есть чем больше вы находитесь в негативных каких-то неразумных вибрациях, словесно выплескивая это где-то, то вот это и есть те стоп-слова, которые из рунической вязи негативно формируют потом вашу живую реальность.
То есть вы потом будете так жить, как вы комментируете кого-либо, да, не думая совершенно. Ты правильно сказал, что надо думать, когда думаешь. То есть надо сначала подумать 100 раз, а потом уже сказать, да? Вот, Маргарит? Да, в интересное время мы живем. Очень быстро меняется картинка и вокруг, и в мире. Сегодня тоже очень интересный день в Америке. Я думаю, один из решающих дней для этой страны. Поэтому для них, наверное, время бежит гораздо быстрее сейчас, чем для нас. Там, наоборот, сейчас как-то все замедлилось, потому что, соответственно, у Трампа есть возможность все-таки... Трамп все равно останется при власти, как и республиканцы. Там будет 50 на 50 все равно. То есть там как было разделение раньше демократы и республиканцы, сейчас просто кармически страна пришла к этому же разделению более явно. Естественно, там будут гражданские какие-то неповиновения, дискомфорты, то есть все равно будут наезды демократов на республиканцев и наоборот. То есть там как бы все эти 4 года правления Байдена, если он, конечно, доживет, да, потому что использовать души умерших, которые уже умерли для голосования, это уже кощунственно, я считаю, да, а вот в каких-то штатах это выплыло. Поэтому у Байдена есть возможность порулить, но он может очень неожиданно умереть, то есть на посту, потому что нагрузка все-таки на президента страны, она достаточно серьезная. Посмотрим, поглядим, как будет. Я все-таки сторонник, чтобы Трамп остался у власти, и чтобы Трамп параллельно просто занялся экологическими моментами, развитием экологических каких-то моментов, потому что это очень важно для всей Земли. Если, допустим, все-таки те люди, с кем он будет дальше взаимодействовать, будут с этим работать, это будет здорово. В любом случае, года через 4 все равно придут к власти республиканцы, потому что демократы, по сути, ну, ничего такого не сделают нового, как бы из того, что в Америке как бы не было известно, как при Обаме. Все будет то же самое, то есть ничего нового они не сделают. По крайней мере, при администрации Трампа я видела многие позитивные изменения какие-то, хотя были и косяки, да. Поэтому не исключаю, что Трамп может неожиданно выиграть в данном случае и вдруг оказаться в большинстве, допустим, окажутся республиканцы. Это может сейчас произойти вдруг, неожиданно. Но все мы знаем, что присутствует подтасовка фактов у демократов, поэтому, естественно, этот факт как таковой так и остался, и здесь у Трампа очень сложная ситуация. Но разделение в стране будет, в США, да, и оно не будет благотворно для всей страны, то есть это будет нервировать, колбасить страну очень сильно, то есть в США как бы будет напряжение с этим, с двоевластием. Я считаю, это двоевластие, оно там будет продолжаться. Маргарит? Ну, наверное, на сегодня мы закончим нашу программу. Угу. Зрители вопросов не задают. Видимо, все понятно. Поэтому, дорогие друзья, благодарим вас за внимание. Приходите на наши эфиры еще. Дальше будет еще интереснее. Всего доброго. Всех с праздником.